Сегодня я хочу для вас приготовить крем-суп из авокадо. Это очень легкий, вкусный и полезный суп. А самое главное, что он имеет очень тонкую тайскую нотку ароматов. И посмотрите, для того, чтобы его приготовить, нам понадобится авокадо, две штуки, которые нужно будет почистить и порезать. Как правильно порезать авокадо? Разрезаем пополам, проворачиваем. Смотрите, удаляем косточку. Потом при помощи столовой ложки вот таким образом вынимаем сердцевину. Для того, чтобы суп не потемнел, когда вы его приготовите, авокадо обязательно нужно будет сбрызгивать лимонным соком. Нарежем вот на такие крупные кусочки. И половинку лимона сразу же. Берем один цукини или кабачок и отвариваем в пароварке, можно в мультиварке, в течение 10 минут. У вас получается вот такой мягкий кабачок, уже готовый. Целиком загружаем его в блендер. И отвар, который у вас получился снизу в мультиварке, вы добавляете в блендер. Конечно же, как я сказал, мы готовим тайский крем-суп. Нужно будет взять немножко зиры, зерен кориандра, перец душистый, соль, листики мяты, для того, чтобы суп у нас был душистый, с ароматом холодка. Что мы делаем дальше? Берем один стакан питьевого йогурта и добавляем также все это в блендер. Столовую ложку оливкового масла. Все это закрываем и взбиваем. Буквально за несколько секунд у вас получается вот такой очень вкусный суп из авокадо. Ну что, суп готов. Алексей, идите пробовать. Большим удовольствием, Александр. Что я сам делаю тарелки, а тарелки у меня пустые. Вот такой легкий получается крем-суп из авокадо. Ух ты. Тайский. Вот это да.